Касается мини этих бройлеров. Бройлеры у меня, вот видите, какие. Друг на дружку залезают, грязные. Я взвесивала. Вон там коричневая, это моя, а это бройлер. Я еще неделю подержу. Корм, чем только я не пробовала кормить, но ничего, они не растут. 800 грамм. И яйцо плохое, и корм плохой. То есть, если начинать кормить, надо сразу начинать хорошим комбикормом. Я покупала... Покупала, получается, подделку. Вон, видите, два стоят. Одна моя, а другая мини-мясная. Им всем 40 дней, и тем, и другим. Немного отличаются. В общем, бройлерам надо обязательно дать хороший старт хорошим комбикормом. У меня был плохой комбикорм, соответственно, и плохой результат. Куриц этих я, лампу я уже отключила, электричество на них тратить не буду. Буду сейчас кормить, чем попал, и по 4 курицы убирать. Буду убирать, собакам варить. Меня такой результат не устраивает. В следующем году буду уже смотреть, яйца выбирать. Буду внимательно выбирать. И уже как бы я нашла хорошие, где комбикорм. Но уже их поздно кормить. Стартовые время для старта у нас упущено. Конечно, столько, конечно, 10 штучек я оставлю. Посмотрю, на какой, в каком возрасте они наберут нужный вес. Это по поводу бройлеров. Кушают, я им даю 3 раза в день. Территория им тут ограничена. Но они летают. Для них свой вес – это не вес. Они летают, до самого верха подлетают. Им это легко. Сейчас я сейчас утром давала кушать, сейчас обедом и вечером дам. Но, по идее, это у них корм должен стоять постоянно. Для того, чтобы и хороший комбикорм. У меня комбикорм был плохой, поэтому результат отвратительный. Ну вот, что касается бройлеров.